5 лет она младше Виктории Хельгисен. Но Виктория Хельгисен попала в заключительную разминку. Но, тем не менее, такое соревнование внутрисемейное мы наблюдали накануне в короткой программе. И в какой-то момент даже могло показаться, что младшая сестренка опередит старшую. Но этого не произошло. Если учесть еще, что сестер тренирует их мама, то понятно, что вот это внутрисемейное сражение продолжится сегодня и в произвольной программе. 9-й результат показала Йоши в короткой программе. Я смотрю, что сестре она проиграла не так много. Это вот 3 с небольшим балла. Йоши выигрывала у Полины Коробейниковой совсем немного, где-то 2,5 балла. Но уже по началу ее произвольной программы совершенно ясно, что тут речь не идет о том, чтобы даже показать результат не то что похожий, но даже близкий к тому, что показала Полина. Ну и с таким началом, не самым удачным, понятно, что Йоши Хельгисен сейчас в лучшем случае может побороться за вторую позицию. Явно устала фигуристка к концу программы. Ну, ее композиция, музыкальная композиция голоса Ромео и